кто может получить пенсионные накопления. Более 5500 пенсионеров Колымы имеют право обратиться за выплатами. В частности, это касается мужчин 1953 года рождения и моложе и женщин 1957 года рождения и моложе. Проверить, имеются ли у вас пенсионные накопления, можно по выписке из своего индивидуального лицевого счета. Посмотреть ее можно через личный кабинет на портале Госуслуги, на сайте ПФР, а также в мобильном приложении ПФР. Ее установят, если при предварительном расчете размер накопительной пенсии в случае ее назначения составит более 5% по отношению к сумме страховой пенсии по старости и накопительной пенсии. Если сумма пенсионных накоплений небольшая и указанный размер будет 5% и менее, то гражданин получит единовременную выплату. Если у гражданина пенсионные накопления формируются в негосударственном пенсионном фонде, то за их назначением необходимо обращаться в соответствующий НПФ.